Покровское стрешение – это особо охраняемая природная территория. Это не парк городской со всеми его атрибутами. То есть это тот участок территории, который должен оставаться неизменным. То есть природа. Это в первую очередь природа. Это место, где дышат легкие, где люди должны отдыхать. Поэтому я хотел бы то, чтобы сохранялся тот природный баланс, который был много лет, и не проводилось каких-то кардинальных изменений, которые город может улучшить, но на самом деле экология от этого лучше не станет. Поэтому нужно голосовать за независимых депутатов, которые будут отстаивать ваши интересы, которые будут отстаивать позиции, которые не будут переходить от, не будут возглавлять те решения, которые будут проталкиваться городом.